свои милые игрушки малышам передадим. Скажем до свидания игрушкам дорогим. До свидания, дорогим игрушкам. Сегодня говорят 25 воспитанников детского сада «Колокольчик». Они уже не просто дети, они выпускники. Ну-ка, Пеппи, покажись. Перед нами объявись. Сегодня на празднике мудрая Мэри Поппинс пытается переубедить проказницу Пеппи Длинный Чулок, которая боится школы и считает, что знания – это глупости. Постою на голове, как подумают писать, ведь пальцы могут уставать. А книжки вовсе не нужны, там лежит столько ерунды. Главной воспитательнице всех поколений помогают выпускники и даже родители. В забавных командных конкурсах пишут слова и целые фразы. Детский сад «Колокольчик» открыли в конце 2012 года после длительного капитального ремонта. И сегодня выпускаются как раз те самые маленькие ребята, которые пришли тогда в декабре в детский сад. Медали и грамоты выпускникам вручает заведующая Марина Гусева. Для каждого ребенка находит особые слова, рассказывает об индивидуальных достижениях. Ведь все это время дети участвовали в разнообразных конкурсах, спортивных и интеллектуальных, участвовали в Ивантеевских звездочках. Вы пришли к нам действительно самыми маленькими. Это первый наш выпуск, который продлился у нас 3,5 года. Пришли со слезами, чего-то не умели. Но мы с вами объединились и были два берега у той большой реки из капелек, которой сложилась наш, даже не река, а ручеек. Вы понимали друг друга, вы слышали мы друг друга. Мы старались сделать все, чтобы нашим детям в саду жилось хорошо и весело. Самые-самые лучшие у мамы с папой сегодня показывают все, чему научились. Дети посещали хореографический кружок «Рябинушка», изобразительный, волшебная кисточка. И сегодня они совсем не боятся того, что принесет им ветер перемен. Ведь в школе их будут поддерживать родители. Именно к ним обращаются от комитета по образованию. Вместе с детьми идти с ними по жизни. И мы хотим, чтобы вы чувствовали своих детей, чтобы дети приносили вам все время радость, и они выросли достойными гражданами нашей большой страны. Покидайте любимый детский сад, но школу вы полюбите не меньше. Хорошо учитесь, старайтесь. В школе вас ждут школьные будни, новые друзья, открытия. А пока самые маленькие воспитанники детского сада дарят на прощание выпускникам звучание своего садика с громким и ласковым названием «Колокольчик». На место выпускников придут 25 малышей. Чтобы все-все у вас сбылось, да? Загадали? Да! Отпускаем! Ура!